рваться на танках с оружием, расстреливать мирных людей, разгонять демонстрации, назначать свою администрацию и после этого проводить референдум. Но о какой демократических нормах или какое вообще мнение людей под автоматами можно говорить? То, конечно, это вызывает обеспокоенность и тревогу. Даже, может быть, страх здесь не совсем подходящее слово, но обеспокоенность и тревогу за то, что сегодня это возможно вообще в обществе, в цивилизованном обществе, проводить вот такую циничную политику.